Третий год подряд правовой марафон для пенсионеров проводит аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Основная цель мероприятия – повышение правовой культуры людей старшего поколения, образовательная и юридическая поддержка уязвимых слоев населения. Нам учиться нужно у таких людей, которые собрались в этом зале. Низкий вам поклон и большое вам спасибо за то, что вы продолжаете активно участвовать в жизни нашего государства. И вот я вижу здесь флажок такой красивый – сторонники «Единой России». Я хочу сказать, что сегодня собрались не только сторонники «Единой России», но собрались сторонники правовой, сильной России. Стартовал проект традиционно 1 октября, в Международный день пожилых людей, учрежденный Генассамблеей ООН. В течение месяца мероприятия марафона проводятся на разных площадках московского региона. К участникам встречи обратилась Ирина Гайворонская. Она рассказала людям преклонного возраста о проекте «Защитим старшее поколение от мошенников», который недавно завершился на территории Одинцовского района. Почему мы акцентируем свое внимание именно на людях старшего возраста? Потому что наши люди старшего возраста, наши бывшие советские, теперь российские, они очень отличаются от людей старшего возраста во всем мире. За это нас кто-то любит, кто-то нас не любит, недопонимает, но это не важно. Я считаю, что наши люди старшего возраста, они лучшие. В местном отделении партии участники круглого стола обозначили ряд проблем, с которыми люди чаще всего обращаются за квалифицированной помощью. Вопросы касались социальной защиты населения, трудоустройства, налогового и трудового законодательства, пенсионного обеспечения и медико-социальной экспертизы. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».